Витос Амигос, снова вы, снова я, снова ДС-чка первая. Ну вот, я поднялся из той пещеры, где костер. Я не помню, что там внизу, но помню, что очень плохое, что мне туда точно рано. Но, по-моему, здесь где-то можно подняться вот туда, вот в этот город. Где-то здесь есть срезка, но я не знаю, откроется ли она или закрыт на ключ. Я вообще не помню, что тут... Я помню, что здесь какой-то мини-босс, но... Что за мобы тут тусят, я... Вон, мини-босса даже видно. Здесь вообще в этой игре где-то бинокль я провафлил. В бинокль я вот стоял как-то раз, в первый раз играя, разглядывал, что там такое торчит. А, во, смотрите, какой кристаллоид. Ну, сейчас он, наверное, мне наваляет, конечно, блять. Там еще его и друг идет. Ох ты, нихуя-хуа! Слушайте, а что они так агрятся-то далеко? Я вообще там на горизонте только обозначился. Вообще, конечно, здесь гамма отвратительная. Вот все такое, блядь, зеленое расплывчатое. Да не, вообще-то я могу навалять ему. Ну вот двум, блядь, это точно. Пацаны, не, ну давайте это по-хуа-хуа хорошему. Граната! Охрененная ему эта граната. Прям я наказал его гранатой, слушайте. А вот хера вам лысого, ёпта, гопники. Блять, братья вы, сука, березутские, а? Какой из них ранен? Блять. Нокаут, сука, это не березутский, это Кличко, ну как он справа отвесил, а? Не, ну вот этого крайнего справа я сейчас вальну, походу. Это что он был? За дубину схватился? Блять, вот это был досадный фейл. Но этот джойстик, блядь, не срабатывает. Ну вот этот, на прыжочек-то, а? Так, ну чё, подлюка, давай. Чудом успел кувыркнуться. Здесь как бы удар не прерывается при нажатии кувырка, как во второй части. Так, а это, по-моему, гидрочка, да? И... Ну, гидру-то я точно не... О, там на пути к гидре еще, сука, эти черти. А у нее еще и магия, смотрите, как далеко летает. Ой, блядь. Нахрен, нахрен. Так, здесь где-то есть дверца. Но дверца, по-моему, закрыта. А ключ? А где ключ? Ой, а что это у меня человечности нету вообще, ни единички? А, ну да, я же демона провафлил. Может, у меня есть ключ от этого говнеца? Заперто. Блять. А ключ не у гидры часом? Может, пытаться гидру забороть? А здесь что? Может, здесь прозрачная дверь? Да, хрен тут. Хрен тут лысый. Вообще... Долго думал, начинать ли записывать эту серию или спать пойти. Ну, не очень хочется писать сонным. Есть такие летсплейщики, которые считают, что это фишка такая, типа написать: «О, я сонный играю, посмотрите». Мне кажется, это больше похоже на какой-то похуизм или же неуважение. Ну, кому ты нужен вялый овощ? Ты льстишь себе, если считаешь, что ты, блядь, зевающий, может быть, интересен кому-то. О, нихера его подставил. Видели, как он от гидры огреб, а? Мне кажется, так их и надо валить, наверное. С них вообще лут-то бывает? За то, что я их на своем левеле ковыряю, мне вообще должны с них, бля, не знаю, меч-кладенец выпадать, блядь, из каждого второго. Чтобы я дуалы с них скрафтил здесь. Давай, пойди ты ему в спину-то. Ну. О-о-о. Но ему тоже досталось, что радует. Сука, гидра, бля, мочит, а? 2800 душ. Ну что, рискануть, попробовать завалить ее? Кстати, с этой секиркой-то со своей... Что я ей сделаю, интересно? О, здесь можно загаситься, походу. Отлично, загасился вообще.
нычка бога, блядь. Давай потом добухаешь свою лечку. Оп. Ёб твою мать, да до нее еще попробуй дойди, слушайте. Вот она зону накрывает. Ёпты, сколько у нее голов-то там. Гераклу столько и не снилось. Давай, Горыныч, блядь, православный. Да ну нахуй, бред полный. Она даже на бой не выходит, она издалека заплевывает. Не, ну так ловить вообще нехуй, я не понимаю, блядь, вот этого. Как с ней драться-то, ёб твою мать? Чё надо сделать, чтобы она, блядь, выползла хоть на берег-то, ёб твою, пиздюлей хоть навешать? Хоть пару плюх престижа дать-то, ёбаный рот. 2800 душ, понятно. Чё-то, блядь, идиотизм какой-то, если честно, полнейший, блядь. Из лука её, что ли, издалека? Да какой там с ней перестреливаться? Она такие залпы нахуй выдает, что пиздец. Ай, блядь. Да, ну, когда делали первый Dark Souls, они вообще там, у них не было цели какой-то сделать игру доступной или там, не знаю, гуманной, блядь. Они на похуизме лепили горбатого к стене. Вот мы придумали, ебись как хочешь. Это, блядь, по-моему, девиз был основной. Потому что, ну, блядь, ни намека я не вижу на то, чтобы как-то, блядь, догадаться вообще, что можно сделать с этой тварью. Да ладно, я его замолотил. Но это повезло, что у меня топорик, он бьет вертикально. Это плюс секиры. Так-то этого каким-то другим оружием по этому жуку хрен попадешь. Там мечами, у которого удары в горизонтальной плоскости. Будешь махать над головой этого жучка. Can't touch this. Так. Херово, что здесь нету телепортов. О, укроп бежит. Телепортов в костре нету. А назад пилить очень далеко, еще и демон там этот обосранный на входе. О, заросли цветущего фиол мха. Что такое фиол мох? Фиолетовый. Кстати, здесь вот этот лут какой-то лежит, я помню, что я так его и не взял. Я долго думал, как вот этот вот, вот тот, который там лежит, как его подобрать. Ни хера не понял. Скорее всего, там какое-то говнище. О, засада, блядь. Эти два растения играют лучше, чем половина игроков World of Tanks. Они разработали даже тактику засад. О, большая душа безымянного Зольдатен. Или я упал тогда и забрал все-таки этот лут, я вот не помню. Если там какое-то говно лежит, значит я его подбирал. А это что за бородень? Заперт при помощи какого нахер устройства? А вот это память, вот это, сука, память. Как у киборга. Вот я прям помнил, что здесь вот этот костерчик запрятан. Так, а внизу сейчас будут какие-то, по-моему, статуи оживать, что ли. Здесь где-то босс, помню, бабочка. Это был первый мой босс, который я убил с первой попытки. Отлично, блядь. Отлично. Сейчас пристроюсь. Ну. Сколько ударов? Два удара насквозь прошло почему-то. Не прогрузился, наверное. Ну, так себе засада.
Первый раз на нее можно попасться, но, блин, не больше. Мох почему-то разноцветный падает. То красный, то синий, блин. Умри, петрушка. Причем стабильно с них он падает. Может, это от отравления от какого-нибудь, наверное, скорее всего, даже от отравления. И пригодится. Нихера не вижу, что тут. Что-то есть, что-то есть. Цветы вот эти, светящиеся, не дорогу обозначают или что? А вот этот, по-моему, должен встать сейчас. Эпичная, эпичная такая махина, бля, поднялась. Ух ты, блядь. Ах ты, блядь. Да вообще, ну ты вообще, ну красавец, блин, ну вообще. Мужчина, блядь, двумя ударами. Хули, шпала трехметровая. Что я здесь делаю вообще? Ну мне просто назад лень идти. А, я еще такой красавчик, что я костер зажег, но у него не посидел. Блять, какой я умный, ебануться. Сука, попал в засаду этих трех растений и провафлил свои выпавшие души. Оказывается, если мимо них пробежать, если не уделить им, блядь, должного внимания, они все равно выскакивают и бегут за тобой следом. Ну охеренно. Так, а теперь тут можно как-то обойтись так, чтобы не попадаться этим гребаным стопе. Чё тут не то? Чтобы не попадаться этим гребаным статуям. Вот это что такое? Змеи какие-то, сука, я же вижу. Охеренно, блядь. Прыжок бога, ёб твою мать. О, блядь, а откуда оно появилось-то? Что это? Вот это ништяк вообще. Протозан. Лекарство от яиц. Лекарство от яиц. Не знал, что это болезнь. Протозан, говно. Это копье, конечно. Копье и щит это вообще. Копье на молнии плюс щит это вообще имба в этой игре. Все об этом знают. Вообще тут столько имба оружия, что, блядь, даже не знаю, какое выбрать. Вот еще одно говно сидит, походу. А нет, вот это просто ветка. Так, вот этот встанет. Так. И вон тот встанет. И вон тот встанет. Но у них тут что-то лежит. Блять. Ох, нихуя. Не знаю, насколько, блядь, полезно это говно, которое я там подобрал. Но тут уже хватай и беги, хватай и беги. Блядь, ну заебало этот, блядь, вот, сука, комбинация уёбищная вот этого прыжка, блядь, и удара. Ну просто пиздец, какое говно. Пиздата. Блять, опять оно. Ну, держись, укропчик. Это все, сука, наконец-то. Фух, так. Амбалы-то идут, нет? Они не такие настырные. Элитного рыцаря. Вот так вот, вот. Ого. Ну это, сука, тяжелое все на самом деле. По тяжести. Если я все это надену, про кувырок можно забыть сразу. Кстати, а тут переносимый вес выносливость, да, ведь повышает? Че это я, откуда это я могу? Кровавые пятна. Я что, человеком стал, что ли? Что-то я давно кровавых пятен не видел. Да, хуй там плавал. Сколько кабаней? О. Не, кабани я не скоро надену. Надписи какие-то появились. Где же они раньше-то были?
Удачи, да, хуячи удачи. Так, он укропчик, рыцари, все начинается. Блять, ну укропчик, ебаный, вот ты вообще тут лишний, блять. Ладно, рыцари, они хоть, сука, медленные. Но ты-то, блядь, тебе-то, ну вообще ловить тут нехуй, я ж тебя убью, блядь, тварь. Ну, блядь. Это мне напоминает этого, как его, где это, гуси-то, бля, мальчика унесли, Нильса, ё-моё. Там этот, железный король-то ходил. Чё, застрял, что ли? Плечи не проходят. А. Это мысль. Чё это он? Нихуя ты колдун прям. А ты прям, блядь, Альбус, ёб твою мать, Дамблдор. Чё за ёбаный ты нахуй происходит-то, пиздец? Ёбнуться можно. Вот это магия, блядь. О, всё-таки пролез, ну ты глянь. Анальный каратель, ёпты. Оу-оу. Да ты прям ахиллес. Ну одного-то я должен вальнуть. Да, сука, познай мою злость. Как ты удачно раком-то встал. Дай я тебе, блядь, сейчас. Ванзюлю сделаю. Так, что там дальше-то было? Там, по-моему, тоже какой-то проход куда-то был. Надо только просочиться мимо этих увольней поганых. Дальше все там будет ровно. А может и не будет. Еще один. Пардон. Сеньоры. Так. Ну, бабочка должна быть. Я помню эту унылую бабочку, которую надо под музыку убивать. Такой босс, вообще огонь. Лунная бабочка. Блять. Здоровая, да? Уныние, блять. Вот она не лунная, она унылая. Вот эта музыка на меня вообще нагоняет просто. Нихуя. Это я ее с первого раза убивал? И как я, блядь, это сделал во имя всего святых? Пиздец полный, блядь. Мамку ее делал. Что за хуйня? Бабочка, блядь. Так, а ну-ка еще разан. Что-то я не понял вообще. Она убивается элементарно. Надо, блядь, наверное, от магии увернуться каким-нибудь хреном. Блядь, да по ней еще попробуй. Попади. А, о, попал. 16 дамага. Нихуя себе, блядь, бабочка. Ёб твою мать. Рано, сука, не. Увернулся, смотри. Опа, хуй тебе, бля, плавал тут, а? Давай. Ну ты шаболда, ты будешь приземляться-то? Ядрить тебе конем, блядь. А, заебись вообще, блядь, арбалет нахуй. Пиздец, заряжать арбалет стоять, это, блядь, вообще охуеть, какая гениальная мысль, чувак, блядь. Охуенный ты, блядь, ковбой. Так, потратил все эти души вялых павших героев, вялых мертвецов, ну, вы поняли, эти переносные. Прокачал себе единичку ловкости, чтобы взять лук, герой смог. Сейчас я выбью из этой твари все дерьмо. Вон она, кстати, сидит. В смысле, всю пыльцу из нее выбью. Кстати, бабочка появилась на свет, как я читал, когда еще интересовался игрой, историей игры, как бы, в результате экспериментов Нагого Сита. Но она даже похожа на Нагого Сита, у нее такие же крылья вот эти эфемерные. Так что я думаю, что это сенсация ни для кого не стала. Сейчас, подождите, а мне еще надо что-нибудь от магии одеть. Она магии, она физическим дамагом-то не бьет, а где тут от магии? В принципе, кожаная куртка, он хорошо от магии защищает.
Я уверен, что свиношлем, наверное, от магии просто божественно. Нихера, он вообще не защищает. Вот дерьмо какое. Очень странно. Подождите, а как сменить отображение? Магическая защита 7.0, ну и чё? Все у меня нормально. Кольца только ни одного нет. Ладно. Ладно, сучья дочь. С богом давай. Пора уладить этот вопрос раз и навсегда. Черт, бля, опять мышка вылезла. Пиу мимо, блядь. Да как так-то? Она-то бессмертная еще была, я так понимаю. Ох ты ж нахер. Луч добра. Ау. Зачетно, засчитано. Получи стрелу богатырскую, сука, в щи свои неправославные. Ну чё, она падать-то вообще собирается куда-нибудь? Ёб твою мать. Хорошо, пропущен. Да, сука, из лука ее долго ковырять, я так понимаю. За ёб твою мать, да сколько можно-то? Она спамит и спамит. Хера тебе в нос. О, наконец-то, ёпты, здравствуй. Так, и у нее где-то еще там взрыв какой-то должен быть. Насколько я помню. О. Блять, я мог бы за это время уже напиздюлячить дамага-то. О, нет. Вот это ваншотная херня. Ну, от нее уворачиваться-то просто. О, нет, опять. Ах. Лишь бы под медленную магию не попасть. Что-то стрелы что дорогие, что дешевые, один хрен дамага одинаково наносит почему-то. Да ёб твою мать, я ж кувырок сделал. О, отлично. Ну все, блядь. Руби ей башку нахер. Сруби ей башку, Максимус. Не успел. Дамага не хватает. Чтобы ее завалить. Он еще и стреляет косо, бля. Как биатлонист ростовцев, ёптать, на самых ответственных рубежах. Я так понимаю, от нее лучше подальше стоять, да? Так, больше мазу от нее увернуться. Хорошо, я не поленился, за стрелами сбегал. Это что было-то вообще? Первый раз вижу, чтобы она такое пускала. Тихо ты нахер, так и вывалишься сейчас с моста, ё-мо. Чуть-чуть осталось. Совсем чуть-чуть. Еще раз. Еще. Отсоси, мразь. Наконец-то ты сдохла. Фу, бля. Умереть здесь четвертый раз или какой там третий, я бы уже не выдержал. Я бы пошел... Сука, записался на ампутацию рук сразу. Так, ну теперь должен какой-то выход здесь открыться. Какой-нибудь проход скоростной, быстрый, да? Проверка стен. Прочные. Все. Политбюро проверило, а стены, сука, простоят еще лет 800.
А если там наверху ни хера нету? Это ж мне что, обратно столько бежать, что ли? Да не. О, тут кто-то помер. Отлично, но это тупик, сука, твою мать. Вот этот меч-то подбери, смотри, какая рапира здоровая. Ключ от подвала сторожевой башни. Небесный уголь. Косточка возвращения. Горе. Ну это какой-то кузнец тут. О, на тебе, ёптать. А он окаменел или хер узнает, что с ним стало? Небесный уголь, если отнести к кузнецу, значит я смогу зачаровать свою секиру. Зачаровать свою секиру. Не знаю, ну небесной магии, походу. Не знаю, что она точно дает, я не помню, я помню. Могу распознать огненную магию, там, молнию. Небесная, я не помню, что это такое. Это, по-моему, то, что во второй части стали называть силой волшебства. Ой, я еще как удачно, что я в тот костер не зашел. Как удачно, что я не сдох после этого. Ого, у тебя есть удивительный уголь? Мне такой же встречался. Это уголь, достойный кузни богов. Быть может, ты отдашь его мне? А ты бог? У тебя кузня богов или что? Ну ладно, бери, хрен моржовый. Все равно ты единственный кузнец тут на первые ближайшие 500 километров. Так, а как же? Ну а как сделать? Выучить жест, ура. Подождите, а как же изменить снаряжение? А чё? А, я понял. Тут сначала, в этой части надо сначала прокачать до какого-то предела оружия, только потом его можно будет зачаровать. Но мне нравится, что у него осколки титанита продаются бесконечно. То есть во второй-то части там раз, два, три купил и кончились. Ну вот, секира стала у меня X5. Что теперь? Больше ее не сделать. Изменить снаряжение. Осколок зеленого титанита. Да ты задолбал, я тебе еще уголь-то отдал, тупой ты, блядь. Где я возьму тебе свой зеленый титанит? Осколок, сука, тварь, говно. Жопа, я зол на тебя. Не разговаривай со мной, ты меня бесишь. Твою мать. О, это что тут стояло? Призрак какой-то, сука. О. Как у него голова влезла в такой маленький шлем? Открыть бездонную шкатулку. А чё там? А, туда что-то ложить можно? А нахера? Рыцарский доспех. Так. О. Да, выносливость повышает максимальную загрузку, но что-то, бля, вообще еле-еле. Я так не скоро смогу свой свиношлем одеть. А я хочу носить свиношлем, потому что я его впервые выбил в своей жизни. Не, в принципе, нормально. Говно, конечно, полное. Ай, хер его знает, пойдет, наверное. Не, ну шлем, конечно, угарен. Так, ладно, ну что ж, босс повержен. Куда дальше идти, я что-то вообще не припомню. Поэтому конец серии. Всем спасибо, адью.